Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет интересный трэш, я думаю. Возможно, нет, посмотрим. Хочу сегодня побегать старым составом, без всяких там огников. Чисто старая школа. Это Варлок, Ара, там такие старенькие герои. Посмотреть, что они смогут или вообще смогут противостоять нынешним героям. Так, окей. Уху-ху. Давайте попробуем сейчас их найти всех. Так, Ара вот такой вот у нас будет. В принципе, думаю, этого должно нам хватить. Единственное, поставим сейчас ремочку посильней. Так, Ара у нас готов. Варлока ставим. Так, ворожая мы оставим. Поставим только ремочный вариант. Так, тут мы поставим Варлока. Где там наш Варлок? Я вроде тут не сливал или тоже слил? Печально, если слил. Тогда наш план не удался. Придется бегать без Варлока. Да, Варлока нету. То чувство, когда забыл, что у тебя героя нет. Ладно, берем Хрона. Где там наш Хрон? Сделаем, значит, без Варлока. А, так, Хрон. Вот такой вот пусть будет с утеканием. Так, и вместо Огника поставим, значит, тогда Фрейю. Потому что там по-любому у топов есть Фрейя. Так, у меня тут же Фрейя стоит, уже есть. Обычная Фрейка. А, так, Анубис по сути нам не нужен. Анубиса убираем, ставим сюда кого. Дерево. Такс. Вот такой вот. Так, я не понял, за дела. Блин, надо Варлока на английском сервере прокачать. Так, ну кого тут можно еще такого черепа? Смысл нет брать. Надо кого-то такого попроще. Анубиса попробовать. Тоже неохота. Попробуем Трифида, давайте, ради интереса. Короче, поехали. Поехали, посмотрим, что сможет этот состав. Так, 346. Тут по-любому сейчас огники будут. 340, 350, 390, 370. Значит, бьем топов здесь. Так, у огника нет. Отлично, есть зато Фрейя. Значит, пробуем вытащить с Фрейки на Фрейку. Так, понятно все. Так, хорошо. В принципе, несложная раста, несложный топ. Но очень будет интересно посмотреть на это все дело. Давайте так попробуем Хрона. Блин, Ару очень сливают быстро. Вот это печально. И он не блочит Фрейю.
Хотя, в принципе, смотрите, у меня осталась только одна Фрея. Она сейчас может моих утащить всех, я ее, наверное, не убью, скорее всего. Всех героев я слил. Надо попробовать как-то... Блин, он и первый стоит. Не юзать. Не юзать ару. Вот сейчас, в принципе, неплохо зашло. Он заблочил. Жалко, конечно, нету у нас ворожая. Ой, не ворожая, а этого. Варлока. С варлоком было бы поинтереснее. Ну, в принципе, даже такой состав. Но это, опять же, мы не бьемся против топа. Сейчас по-любому кто-то у нас сохнет. Посмотрите, как, кстати, Трифет прикольно срабатывает. Герои. Мне нравится. В принципе, неплохой вариант. Надо, в общем, качать варлока. Так, хорошо, двоих у меня слили. Так, хорошо. Все равно не стандарт состав. Так, ну что, тут будет огник или нет? Вот, отлично, есть наконец-то огник у нас. Вот сейчас будет рышачок. Блин, жалко, Фрей нет. У меня смотрителя нет, видите? Тоже печально. Так, трешечок, ребят. Интересно, как думаете, огник сольет всех или нет? Или мы огника сольем? Я думаю, он всех наших сольет. Если сейчас ара не заблочит. Блин, жалко, жалко. Ара далековато был. Так, надо где-то с угла попробовать зайти. Ну вот у него Фрей нет, и в принципе это мне на руку. Ну, как видите, шанс слива минимальный, ребят. Блин, ну стрёмно, стрёмно против огника. Но шансы есть. Нету Фрея, шансы есть. Варлока бы, конечно, сюда было бы неплохо. Ара сливается очень быстро, к сожалению. Но у меня смотрителя нет, хорошо. Сейчас посмотрим, что там по героям, чтобы сделать смотрителя. Потому что, как видите... Так, Трифит зеленый, зеленый, красный... Так, надо кого-то убрать. Поражение. Берем Хрона попробовать убрать. Ара нужен. Либо Трифида. Вместо Трифида поставить кого-то зеленого. У нас тут такой интересный был бы зеленый. Эсса. Стрелок. Может, стрелка заюзаем. Давайте попробуем стрелка ради интереса. Может, зайдет. Единственное плохо, что ара сливается очень быстро. Надо все-таки его с живой пробовать. Вот видите, огника, огника не заблочили, и все. И без Трифида как-то проседают больше. Это мне так кажется, но
Как-то не очень. Вот опять Ара слился. Блин. Вот как огника заблочить? Вот видите, как Ара сливает очень быстро. Нет, на ком задержаться даже. Так, хорошо, давайте попробуем. Пока тут двоих пройти еще. Так, огник. Так вот. Вот сейчас красиво огника, кстати, ушатали. Очень красиво. Теперь надо, чтобы с Фреей справились, и все будет отлично. Блин, тут к Фрейе, конечно, идти далековато. Фрейя может посливать их всех. Вот это она и делает, в принципе. Ну что, попытка не пытка, ребят. Поехали, 45%. Ара должен нас спасти, в принципе. Если он будет блочить, он блочит отлично. Ну все. Вот вам, почему Ара свою актуальность еще не потерял. Надо все-таки будет его здесь качнуть. И реально очень помогает. Так, отлично. Поехали дальше. Вот этого тупо тут надо убить. Так, тут огник все вместе. Вот тут я смотрю, есть. Вот такая вот возможность. Сейчас попробуем через дырочку забежать. Нет, к сожалению, не зашло. Так, пробуем блочить. Посмотрим, как оно будет. Я все равно Лазуля, видите, Лазуля включился, он не дает. Ой, отлично. Ну, давай, 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 блокируй. Блин, 32%. Наверное, без варианта. Так, надо попробовать как-то вытащить. Просто раскидывать по всей карте тоже неохота, потому что получается... А, тут тотем есть. Я понял. Хорошо. Значит, пробуем где-то опять же отсюда забегать. Вот отлично. Так, ну Ару резай, чтобы заблочил. Ну, дерево. Ой, блин, сейчас бы огника ударили, классно было бы. Так, 39%, ребят. Шанс слива, как обычно. Сейчас, если Ара не заблочит, сорвемся. Ой, красавчики. Вот так вот. Интересно, интересно, кто кого. Сейчас он моего ворожея сорвет. Не, нифига. Отлично. Вот так вот составы. С огниками с помощью Ары проходятся. Ну, вариантов других, я вам скажу, нет. То есть тут
чисто такой вариант можно убирать. Просто если есть Фрея против Фрея, нужна однозначно вам Фрея, потому что вы ее не сможете так блочить часто. И плюс вам нужен танк хороший. Думаю, Фрея это уже не есть проблема. А вот огники еще для многих проблема. Так. Отлично. 350. 340, 340. Ну, значит, одну гильдию проходим. Так, тут хорошо, в принципе, можно попробовать вытащить ее. И вот так вот всех кинуть. Тут если уже будешь бить, самое главное огника блокировать. Если отсюда пройдем, в принципе, можно сюда и Атланта взять даже. Ой, отлично. А, там огник с оживой. Собака. Зато у нас тут варианты, что мы не наберем больше процентов, чем надо. Это вот так вот. Просто разнесли огника. Неплохой состав, мне нравится. И нету 20-х прорывов и прокачек. Так, отлично. С этим разобрались. Так, ну там надо сейчас подумать. Может, Атланта заюзаем. Сейчас посмотрим. Так, ну пробуем опять, какие тут варианты есть. Вариантов тут особо много нет. Так, тут тотем с арой стоит, что ли? Да, походу. Заходит что-то. Видите, Араспак там. Казалось бы, должен быть классным, но сливается, блин. Так, ворожей остался. Сложно, сложно таких бить. Возможно, ну, блин, сейчас задротствовать полчаса тоже не хочется. Жалко, Фрея нет. Вот когда есть Фрея, как-то получше все. В принципе, несложная раста, но нет Фрея, и видите, печалька. Как хорошо, когда у противника Фрея есть. Так, Ара сливается, может Ару с оживой попробовать, как вариант. Блин, у меня тут, конечно, дамажат приспешники. Классно. Через верх опасно забегать. Хотя неплохо. Но, как видите, там Афинка, если мы Афинку не сливаем, получается, она заряжает, ворожей снимает бафы, дебафы точнее. Так, мне тут опасно. Через этого тоже надо заблочить. Видите, вот Ара в таком случае, когда нет Фрей, хотя бы издали, то я ничего не могу сделать. Я огника так не прохожу. Плюс у него тоже зеленый смотритель.
Вот опасно разбежались. Что, попробуем, ребят? Была не была, 51%. Сейчас сольемся, чувствую. Шанс слива минимальный. Фрея против Охника. Так, ну тут в принципе, смотрите, что у нас есть. Он в принципе как бы далековато. Попробуем в гарнизон. Я думаю, вряд ли он нас спасет. Ну, все может быть. Может, он не достанет. Я надеюсь. Не достает, блин. Сучка. Видите, чуть-чуть не хватило. Ну, в общем, попытка не пытка, шансливо, как обычно. Жалко, конечно, что потеряли немножко очей, но это такое. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Вот вам состав, которым можно считать огников. Да, если бы я там не побежал, мы бы затащили. Но на то он и есть трэш, чтобы трэшевать так. Все, всем удачи, всем пока.